Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала, подписчики, с вами Крош, это прохождение World of Go, друзья, мир Го, эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, да. Итак, да, у нас глава 3, фабрика мира Го, зима. И мы прошлый день не очень хорошо прошли, хотя собрали 20 штук, ну ладно. И мы наконец-то в верхней шахте. Направление взрыв. Направленный взрыв. Так, надо тут подумать сначала, что сделать. Так. Ага, у нас есть одна табличка. Наверху есть что-нибудь? Нет. Я примерно вспоминаю, стены выглядят хлипкими. Может быть, потому что я только что из спортзала. Ага. 35 минут нагрузки на сердце, потом плечи и живот. Здесь действительно жарковато, особенно внизу. Хорошо, что поблизости нет ничего взрывоопасного. Автор. То есть, друзья, видите вот эти стены, нам надо их разрушить с помощью вот этой бомбы. Замечательной. И вот этими парнями нам надо вот так вот сделать такой вот момент. Хоп. Прикольно, да, друзья? Так. И, ну, вот с помощью вот такого момента мы просто опустим ее до нужного нам момента. И в принципе, будет все. Надеюсь, эти ребята, я не помню, они вот погибнут или нет. Я за них зацепиться. О, кстати, вот. Кстати, хорошая штука. Так вот, тунц. Но она мало дает. У нас пока есть они. Можно еще вот так вот сделать. Она как-то на большее расстояние нам позволяет это сделать. Да, я лоханулся, друзья, не то оторвал. И просто фейл был. Да. Просто оторвал, и она упала. Я хотел, кстати, сказать, что, типа, не стоит так делать. Так, кстати, давайте на полную. Чувак, ты давай, 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 иди сюда. Так, мы почти уже подошли. Чувак, ты, главное, не падай. Где там чувачок-то наш? Мне интересно, там есть еще кто-нибудь? Нет? Какие-то еще лопасти вращаются. А, ну походу больше уже нельзя, да? Но у нас есть вот эти вот замечательные ребятишки, с помощью которых нам надо дотянуться до очага. Сейчас будет взрыв, друзья. Невероятно. Так, да. Офигенно. Теперь у нас, видите, есть здесь ребята. И вот эта труба. И много-много шипов. Так, и что же? Что за инженер, конструктор наставил смертельных шипов по всем стенам? Если бы здесь было за что ухватиться, автор, вещающий над огнем, как паук. Ну да. Авторство вообще странный чувачок. А вот это мы читали. Да, давайте еще раз быстренько прочитаем. Так, у нас есть вот этот чувачок. Так, да. И можно вот этими ребятами, в принципе, ухватиться вот за это. Кстати, потом их можно еще в трубу, надеюсь, перекинуть. Так, надеюсь, главное, чтобы не хватило. Так, отлично.
Так. Давайте, парни. Так, мы 21 штуку. Сейчас вот я думаю, как лучше сделать. Мне, в принципе, надо вот отпустить ее. Отлично, друзья, просто превосходно. Я смог это сделать. Что там упало? И вот этих сейчас просто можем вот таким методом всех перетащить. Жаль, красненьких не смогли спасти, но что же делать? Так. Отлично. Потихонечку, не торопясь. Так. Интересно, до 30-то дойдем? О, дойдем, еще перейдем, да. Сколько у нас будет для постройки-то, друзья? Для нашей стандартной постройки огромной пирамиды. Уже 30, уже на 20 у нас, 20 мы в плюсе. Просто прекрасно. Так, потихонечку. И последний, пумс. Давай, дружище, вперед. Отлично, 32 штуки. Прекрасный результат. Если кто-то здесь сделал больше, друзья, скиньте, пожалуйста, скриншот, чтобы другие тоже посмотрели и увидели, как лучше это сделать с помощью вашего скриншота, да. Итак, что же нам откроется? А, открылся новый. Взорвите мозг. Ну, в принципе, осталось тут, ну, мало, друзья. То есть скоро мы уже закончим этот уровень. Давайте, мы 32 в плюсе, друзья, 32. Корпорация Мир и Гу в ожидании презентации нового изделия. Я уже выучил почти эту фразу. И смотрите, у нас просто гигантское их количество. Так что мы дальше можем продолжить нашу стройку. Так, отлично. Просто очень их много. Так. Да, надеюсь, мы еще больше будет. Еще выше. Да, мне не нравится то, что она так начала возвышаться, конечно. Сейчас она вроде бы успокоилась, но это временно, друзья. Так. Наверное, стоит следующими уже немного. Не надо больше увеличивать их размер, я думаю. А то что-то она как-то сильно расширяется по сравнению с тем, что начиналось. Да. Что они в том конце вообще делают? Парни, сюда, сюда, ребята, сюда. Да, они какие-то не очень умные. И вообще пофиг на все. Чё за музыка? Мы глухие, мы не слышим. Так, ладно, придется таскать их с собой. Да, пришлось это сделать, потому что неправильно я поставил. Отлично. У нас еще есть ребята. Так. Может быть, мы даже успеем линию сделать до конца. Хотя, наверное, вряд ли. Вот это последнее у меня. Но мы неплохо так продвинулись. Смотрите, друзья. Невероятно вкусно.
И у нас есть огромный запас, то есть можем просто потом срезать ее, когда у нас закончится, и наращивать. А так неплохо, да. Сколько метров? 12,5 метров, это не предел, друзья. Далеко не предел. И на этом, наверное, мы закончим. С вами был, друзья, Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч, пока-пока.